Лорд Корлис вместе с принцем Деймоном заняты битвой с Драхаром, который окопался в пещере. Как вы думаете, кто победит в этой реальности? Делаем ставки, господа. Ставок больше нет. Эту замечательную битву в моде CRPG Mountain Blade Bannerlord я посвящаю третьей серии Дома Дракона. Это сериал по вселенной Игры Престолов. Если быть точным, то приквел, то есть предыстория. Что ж, Драхара гонят вглубь пещеры, зажимают, и скоро ему будет некуда деваться. Хотя бы в одном из множества, из бесконечного множества параллельных вселенных Драхару должно повезти. На сей раз я лично решил возглавить штурм. Они окопались там вместе с Драхаром. Я решил припарковаться неподалеку за укреплением, дабы проредить их численность с помощью обстрела. Чертов крабовый король. Столько пацанов он скормил этим водным монстрам. Я обязательно с ним поквитаюсь. Мы уничтожим его. Или погибнем, пытаясь. Его лучники пытаются заблокировать мои действия. Они стреляют из стены щитов, которая блокирует частично обстрел. Но я, поскольку занял позицию на фланге, все же мои болты из арбалета долетают. Долетают по пехоте и лучникам. Некоторые из них даже меня еще не заметили. Но один из них конкретно решил меня зарашить. И у него бы все получилось, если бы не мой союзник, который успел вовремя спасти мою жизнь. Тем временем основные силы подошли к пещере и начали атаку. Я понял, что и для меня настало время перейти к ближнему бою. Поэтому я направился туда. Собственно, хитрый маневр в качестве отвлечения внимания, который я организовал с правого фланга относительно пещеры, увенчался успехом. Дави, дави, пуш, 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 пуш. Вы можете бежать, но вам не спрятаться. Неужто он повторит судьбу своего протагониста в одноименном сериале? Лайк и коммент, молодец, а видосику конец.